Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы пообщались, в принципе, со всеми членами экипажа после того, как обезвредили бомбу на Тучанке, выслушали их мнение по этому поводу и так далее. Много чего интересного было, но сегодня мы продолжим основную сюжетную линию и задание на Тучанке. Там нам еще надо исключить наличие присутствие сервера с Тучанки. Не знаю, что они там потеряли, но будем их оттуда гнать. Да. Описание Тучанки. Кстати, мне интересно было, сколько там атмосферное давление. 1.14. Ну, чуть больше, чем на Земле, в принципе, это нормально для жизни. Так, нападение Цербера. Что ж вы там потеряли-то, ребята, призрака? С собой мы возьмем Явика и Даляру. Стандартный, в принципе, набор общаться. Ну, нравится мне их с собой двоих брать. Стимчик, у тебя два, у Ляры три. Давайте вот этот возьмем. Серенький такой. Прикольно весьма. Или он белый. Ну, неважно. Нет, по оружию мы ничего менять не будем. Так, и оставим. От способности мы достигли 60 уровня. Так, техническая броня. Стоимость 6 единиц. Да, снижает штрафы. Скорость применения умений на 30%. Так, давайте выберем вот это. Потому что мы в основном бьем умениями. И нам это очень-очень пригодится. Броня, ну он и так, в принципе, неплохую броню дает. И у нас осталось 3 единицы. Мы их никуда вложить не можем. Явика 5, канал тьмы. Ускоряет перезарядку на 25%, повышает урон на 20%. И все, и талантов не осталось, да. Ляры. Деформирующий патрон. Дополнительно поражают противников, поднятых в воздух. Биотиками ослабляют броню сбитых с ног врагов. Хорошо, давайте вкачаем, в принципе. Больше нам не на что тратить талант. Все? Да. Итак, Цербер здесь починил какие-то довольно мощные такие большие орудия и куда-то палит. Пока мы не знаем куда, по кому. Но явно это ничего хорошего не сулит. Мы отправляемся сейчас в командный центр, видимо, чтобы отключить эти орудия. Он стоит уже штурмовик, да?
Так, давайте его разорвем просто на куски. Крейсеры Цербера. Отлично. И что они тут делают? Тут еще крейсеров не есть. Отлично. И что же вы задумали, ребята? Так, то что такое? Выглядит так, а потом мы должны это использовать. Нет? Ладно. Заряд. Что у нас тут лежит? Мусор. Мусора на 3000 кредитов. Неплохо так. О, привет. Мы его убили? Да, вроде убили. Ладно, я помню, кстати, приблизительно это задание. Не помню, что мы здесь точно должны сделать. Зачем вообще Цербер сюда прибыл, но... В принципе, так смутно в памяти что-то осталось. Так, это кто меня? Это ты? Давайте от него избавимся, как мне пока он меня не убил. Не, он еще жив, смотрите-ка. Дымовая завеса. Ненавижу здесь дымовые завесы, они сильно мешают. Нельзя просто нормально применять способность, когда висит дымовая завеса. О, тут прям горячая точка. Ох ты, мы еще промазали. Круто-то. Ладно. Граната. Лера, интересно, здесь рядом, нет? Да, она рядом. Космонавты, пошли. Хорошо полетели. Красиво. Так, это кроганские боевые машины. Выглядят они. Вот так, да? Ну, в данной местности довольно актуально, потому что планета такая довольно плохо проходимая. Там буквально машина такая похожая. Не, не скажу, на что она похожа, но похожа на одну из военных машин. Не русских вроде, кстати, не русская была, да. Ну, неважно, я думаю, вы все равно не поняли, о чем речь, поэтому давайте просто вернемся к заданию. Комната управления где-то... Так, кто стрелял? Где-то должна быть недалеко. Да, вот она, комната управления. Аптечка. Какой же здесь саундтрек шикарный. Не, ну в Mass Effect был... О, во втором Mass Effect мне, конечно, больше нравился гораздо саундтрек. Он был более такой подходящий под данную игру. Здесь он не столь выразителен. Так, и что? Мы здесь. Not the kind of Krogan relic I expected to find. Нужна электросеть. Так, панель управления. Активировать. They're pulling the plug. You'll need to get the power back on. Let's move. Окей. Вас атакуют. На это вы сюда пришли. Тут первые были вообще, да. Это наша точка, господа. Так, а где электроснабжение там должно установить? Вот здесь. Далеко, однако. Ладно. Так, гранату, сингулярность. Кстати, у нас довольно долго стали восстанавливаться умения, несмотря на то, что мы выбрали повышение скор... Ой, я тут неудачно пришел. Ладно, сейчас разберемся.
Несмотря на то, что я вкачал на 30% увеличение скорости восстановления умений. Как-то это не особо людям помогает. Ну, ладно. Да, это способность Эвика очень такая жестокая, прям рвет. А здесь Центурион спрятался, да, за углом с этим? Нет, смотрите-ка, вот он. Полетел. Так, еще раз, где? Здесь. Здесь и здесь, недалеко. Инженер. Как я тебя ненавижу. А, подождите-ка, это не инженер, это мститель. Я вас помню, ребята. С вами надо тоже решать по-быстрому. Да, готов. Так, подождите-ка. Так, один включен, еще второй остался. Чисто сюда надо попасть. Ладно. Хорошо. I've rerouted the power to the main console. Heading back now. Мы, кстати, не смотрели, что вот здесь вообще есть. Но здесь было много солдат Цербера. По-моему, здесь их осталось не меньше. Может, здесь есть кредит или еще что-нибудь, или улучшение для оружия. Хотя, конечно, вряд ли, точнее, если тут только Цербер. Только Цербер. Ничего. Так, тихо. Тихо. Инженер. Там еще сидит кто-то. Надо вот от этого избавиться, иначе он тут подпортит кровь. И заняться после этого инженером. Опа-на. Так, а в этот раз кто? Ты что ли? Промазали. Ладно. Но все равно убило. Так. Нам туда. Проблема в том, что где-то избегал инженер. Он поставит наверняка турельку свою, потому что любит делать. Вот он. Так, ладно, сингулярность. Гранату. Еще гранату ему кто кинул. Так, еще гранату, я сказал. И он должен умереть после этого. Да нет, не умирает. Еще живы. Так, полетел. Готов. Еще кто-то остался. Да, один штурмовик. Хотя нет, не один. О, я сейчас, похоже, умру. Это турелька. Ну, попробуем выжить. Нет, не выжили. Ладно, ладно. Сюда ходить не будем. Мы же прекрасно знаем, что нас там ничего не ждет абсолютно. Пойдем сразу по короткому пути в центр управления. Да, здесь нас тоже ничего хорошего не ждет. Зря вы, конечно, кинули гранату сюда, дымовую, а вышли сюда. Это у вас ошибка. А, ну и сюда кинули, конечно. Великолепно. Так, я поднимаю его. Попал, интересно, нет? О! Сюрприз прям. Так, секунду. Итак, мы продолжаем.
Тут небольшой перерыв был в серии, поэтому мы начали именно с этого, продолжили с того места. Видимо, отключили питание или подключили наоборот, там подключили все-таки. Так. И нам сейчас надо прорваться к панели управления. Она вон там. В принципе, недалеко, но здесь будет много солдат. Да, вот они. О, ты еще тут сидишь? Штурмовик. Ненавижу их, не эти гранаты домовые. Не слабо он так улетел. Нормально. А ты полетишь? Не. Ладно, жалко. Так, там один сидит. И где-то здесь еще одного видел, нет? Есть, давайте сделаем сюда деформацию, сюда бросок. О, отлично. О, инженер. С тобой надо по-быстрому разбираться. А, он уже поставил, сделал свое темное дело, смотрите-ка. Стоит там эта турель. Ладно. А судя по всему, не только турель, там еще какой-то солдат. Потому что... Рикошетила наша способность. Рикошетила именно. Как называется-то? Перегрузка. Вот так. Так. Ты мне. Ты там так стоишь, знаешь, то, что ты меня очень напрягаешь. Давай-ка ты куда-нибудь. Все, готов, вроде. Центурион. Так, а где наш турель? Вон она стоит. Опять гранаты, да что ты заколебал? О, еще один, смотрите, инженеры. Сколько ж вас тут наплодилось-то? Так, давай-ка в космос. Отлично. Надо избавиться от Центуриона-то, вот он сейчас опять нам гранату кинет свою дымовую и все испортит. Даст нам не турельку уничтожить, ничего такого. Так, давай в полет. Так, вот она турелька. Кинем туда гранату, деформацию и еще гранату, наверное. Можно было последнюю не кидать. Даже чувака щитом разорвало. Текс. Ох, смотрите-ка, выжил. Ему даже... Урона особо не нанесло. Окей. Была граната, да. Инженер, еще инженер. А-а. Она нас не бьет, да? Хорошо, ладно. Сколько вас там? Вас атакуют? Ну, мы тут по большей части обороняемся, потому что их как-то слишком дофига. Так, а ну-ка давайте-ка посюда, может пойдем, пойдем к этих.
Да, перезарядимся, конечно. Так, еще остались парочку, да? Ловите гранату, чё. Сингулярность. О, да тут не парочку, тут целая компания, смотрите-ка. Так, так, космонавт. Не, подождите-ка, кто по мне стреляет? Чуть не убили, однако. Это, похоже, был ты, да? Маленький засрань. А, ладно, я сегодня маленько не в своей тарелке. Так, страж. Читами, чувак. Кто у нас тут еще остался? Штурмовик. О-о-о-о-о. Тихо, тихо, тихо. Хорошо полетел. Так, давайте используем. Смотрим, что у нас тут изменилось. Получим, наверное, кое-какие данные о том, куда вообще целятся эти орудия. Для чего они целятся и так далее, и так далее. Значит, все просто. Сбили крейсер. Крейсер Цербера. И на этом все. Ну, ладно. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy is pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out. Десять тысяч кредитов, 5 очков репутации. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.